Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет-привет! Вы на канале Baby Go! И сегодня у нас игра с корабликами. Мы будем изучать циферки в такой игровой манере. А сначала нам надо сделать кораблики из бумаги, сделать флажки от 0 до 9 на этих корабликах. И мы продемонстрируем, как можно сделать кораблик из бумаги. Это у нас будет фигурки оригами. Поехали! Мы берем лист бумаги. Вот, да. И делаем фигурку оригами. У нас будет бумажный кораблик. Сначала складываем пополам. Динчик, ты можешь за маму повторять. А, держи, пробуй, как мама делает. Да, ты все правильно думаешь, потом вставляется зубочистка. Это флагшток, под наш флаг с циферкой. Дальше кораблик складывается, два треугольничка. После того, как мы сложили пополам. И отгибаем две нижние части в разные стороны. И пробуй тоже, Динь. Бам-бам. Давай, складывай с тобой вместе, давай. Не пишет, да, все правильно, это же зубочистка. Теперь мы загибаем уголочки у нижней части, сложенные наши, в одну сторону. Ну, напиши здесь что-нибудь, да. Здесь был Дениска. Или циферку 9, давай напишем. У нас на кораблике будет флажок с цифрой 9. Так, теперь мы разворачиваем все это дело и складываем квадратом. Вот, пока непонятно, что это кораблик. Динечка, а давай рисовать на бумажке. Да, ну раз уж ты рисуешь, то рисуй на бумажке. Все, мы сложили квадрат. Теперь складываем квадрат пополам. Вот у нас получился треугольник, теперь мы его разворачиваем. Динечка, смотри, какой у нас кораблик получился бумажный. Вот, надо хорошенечко его прогладить. Сделать более-менее устойчивым. Вот. Вот такой вот у нас кораблик оригами получился, Динь. А теперь нам надо сделать флагшток. И на флажке нарисовать циферку на кораблике. Отрезаем кусочек под флаг. Динечка, давай, не будем на кораблике рисовать. У нас помеченный кораблик теперь. Так. Денюшечка, не рисуй на столе. Где она должна рисовать? На бумажке. Ты помнишь? Вот, на бумажке можно рисовать. Так, теперь нам нужен маркер. Мы подписываем цифру 9. Вот, это у нас кораблик будет под номером 9. Все, маркер, наверное, можно отдать Дениске. Теперь мы берем клеящий пистолет. И приклеим нашу зубочистку к бумажному кораблику. А, соответственно, к зубочистке мы приклеиваем наш флаг. Вот мама нам сейчас покажет. Мама нам покажет циферку, как получилось на зубочистке. Теперь мы вставляем флажок циферкой 9, наш кораблик. Все, у нас готов кораблик под номером 9. Денюш, смотри, какой красивый. Вот, но чтобы вас сильно не отвлекать, остальные 9 кораблей, мы не будем демонстрировать, как мы приготовим, а сразу перейдем к процессу запуска этих кораблей. Поехали? Друзья, как видите, с помощью подручных средств можно сделать целую флотилию. Вот, и у нас получилось очень много бумажных кораблей с циферками. И это дома вы можете легко повторить. И опять же, это интересно ребенку, это и мелкая моторика, и в первую очередь изучение цифр, букв. Попробуем поиграть в простенькую игру и запускать корабли до края нашего стола, кто быстрее доберется. И определять, какая это была циферка. Мама будет дуть, а Дениска будет следить за процессом передвижения кораблей. Поехали, Динь. Ты готов? Готов. Давайте. На счет три дуем. Раз, два, три. Вот! Какой первый кораблик достиг края, Динь?
У нас два таких корабля. Вот с этой циферкой и вот с этой. Какие это циферки? Так, кораблик номер 9. А второй какой был? Какой это был кораблик, Денюш? Что это за циферка, День? 4. Кораблик под номером 4. Ну и у нас были корабли, которые вообще не двинулись с места. Например, вот этот. Вот это какая циферка, Денис? Какая? 1. Кораблик под номером 1 вообще не двинулся. Давайте уберем часть кораблей, оставим от 0 до 5. И попробуем просто их сталкивать, соединять циферки. То есть мы можем получить от 11 до 15 круглые цифры и так далее. Давайте еще раз дунем и посмотрим, какие кораблики столкнутся, что за цифры мы получим. Денечка, дунь на кораблики так. Вот. Сильнее дуй, прям так. Ну хорошо. Ты вот эти на два кораблика обратил внимание, да? Вот. Это две циферки. День, что они в сумме нам дают? Что они нам дали в сумме? Денюш, это какая цифра? Какая это цифра, День? Угу. Что у тебя за циферка в руках? Вот, супер, да? Вот. Какие ты два корабля взял, Динечка? Ты отдал маме кораблик под номером... Ты отдал маме кораблик под каким номером? 1. 1 у тебя где? Покажи всем кораблик под номером 1. Вот он, правильно. Динечка, молодец. И давай его соединим с корабликом под номером 5. Где корабль? Вот он. Супер. Представляете, вот у нас получилось... 1-5. Дениска, какое это число? 1-5. 15. Ну, нам пока сложно двузначные запоминать. Но мы будем стараться, да, День? Вот это вот 0. Кораблик под номером 0. Денечка, тебе понравилась эта игра? А это какая циферка у тебя? Какая это циферка? Вот это какая цифра? 3. Вот, все правильно. Цифра 3. Денюшечка, скажи нам, пожалуйста, тебе понравилась эта игра? Я думаю, что понравилась. Но мы в следующий раз попробуем придумать еще что-то интересное. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, ребята. Пока-пока.